Добрый день! Сегодня мы будем выполнять классический массаж спины с проработкой проблемных зон, а также выполнять постизометрическую релаксацию мышц. Что это? Это мягкая техника расслабления мышц. Окей. Аллергия на масла? Нет. Здесь у Тимура я нашла небольшой спазм трапециевидной мышцы и более глубоко на него воздействие. Я думаю, там у многих, да? Это, да, проблемная зона большинства. Верхний край лопатки. Большое скопление триггерных точек, болезненно может быть. Ну, не очень, но так, есть чуть.
Видно, что Тимур носит рюкзак на правой стороне, так как левая сторона очень сильно спазмирована. Плечико вверх даже поднято. Ну, у меня еще мой легендарный сколиоз. Ну да, рюкзак ношу. На правой стороне правое плечико вниз, левое вверх для компенсации и поддержки.
Это получается такой лечебный, да, массаж? Это лечебный массаж, да. Потому что точно не спа. Такой глубокий. Элементы испанского, да? Это элементы испанского, да. Ничего от него не скроешь, прям. Опыт. Смотри, сейчас мы будем выполнять определенные движения,
Я буду рассказывать, а ты будешь за мной повторять. Хорошо? Угу. Если есть где-то дискомфорт, боль, тянущие, режущие, колющие боли, то мы сразу прекращаем все делать. Хорошо? Хорошо. Тоже об этом говорим. Сейчас будет постизометрическая релаксация большой и малотрапециевидной мышцы. Смотри, Тимур, что будем делать? Ты делаешь глубокий вдох. Подожди, я просто расскажу пока. Ты делаешь глубокий вдох на задержке дыхания. Не дышишь, то есть на задержке дыхания сводишь две лопатки. Вот таким вот образом. Я просто покажу. Вот. Угу. И держишь в таком положении на задержке дыхания. Я считаю до 7. Как только я говорю 7, ты делаешь выдох и расслабляешь лопатки. Угу. Угу. Давай попробуем. Делай глубокий вдох. Своди лопатки. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я в свою очередь оказываю сопротивление. Расслабляю мышцы. Выдох. Тимур мальчик большой, поэтому мне придется сесть на него для того, чтобы создать большую компрессию и силу. Угу. Отлично. Давай, делай глубокий вдох. Своди лопатки. Угу. Вот. Мне тянуть прям максимально? Да, или? Конечно, со всей силы. Угу. Держи. Вот и все хрусты произошли. Можешь расслабляться. То есть техника основана на том, что мышцы расслабляются, и за счет этого происходят хрусты своим собственным образом. То есть не нужно прилагать никаких усилий. Давай еще разочек с натяжением 30% от полной силы. Поехали. О, отлично, все, достаточно, больше не надо. Держим. 2, 3, 4, 5, 6. И 7. Выдох. Расслабляем. Ну вот, под лопаточку я уже могу спокойно зайти. И вторую. Сейчас полностью рука расслаблена. Я буду растягивать переднюю поверхность мышц вот здесь. Ручка полностью расслаблена. Угу. Смотри, делаешь глубокий вдох на задержке дыхания. Локоточком давишь мне вот сюда. Вот такое движение должно получиться. С усилием в 50% от полной силы. Давай, делаем вдох. Дави локотком. Угу, отлично, достаточно. Нет, ты дави. Дави, дави. 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох, расслабляй ручку. И еще вдох. Дави 50%. Угу. Отлично. Держим. 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох. И расслабляем. Ручку расслабляем. Держим. Угу. И еще делаем вдох на задержке дыхания. Локотком будешь давить вот сюда вниз. Вот так. Угу. Давай, дави. 50%. Рука вот сейчас доходит только до уха. Как только мы сделаем 3-4 напряжения, рука поднимется выше за счет растяжения мышц.
Давай еще вдох. Дави 50%. Угу. Вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох. Полное расслабление. И еще вдох. Дави вниз. Дави, дави. Во, отлично. 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох. Полностью расставляю ручку. Вот. Расслабь. Угу. Поверхностные ткани уже освободились. Смотрите, движение здесь тоже вот такое вот локотком наверх. Угу. Давай, делай вдох. Локоточек наверх поднимай. Вот, все, отлично, держим. 1, 2, 3, 4, 7. Выдох. Давайте, он делает глубокий вдох, выдох. Мыло. Давай еще глубокий вдох, выдох. Давай вдох и выдох. Еще вдох и выдох. Вот как раз тут звоночек. Давай еще вдох. И выдох. Ну, прекрасно.
Смотрите, мы здесь будем делать то же самое, что делали сзади. Ты делаешь глубокий вдох, на задержке дыхания ушком приводишь к плечу. Окей? Давай вдох. Дави. Давай вдох. Вдох. Дави ушком к плечу. Отлично. Достаточно. Силы достаточно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох. Расслабляющий. Тушка не доходит до плеча. Сейчас мы чуть-чуть сделаем. Расслабь голову. Угу. Давай еще делаем вдох. Дави ушком к плечу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Выдох. Расслабь. Мне не помогать. Смотри, что будем делать. Только ты делаешь вдох и задерживаешь дыхание. Воздух не выпускаешь. Задерживаешь дыхание. И вот таким вот движением будешь напрягать вот эту мышцу. Угу. Okay. Давай покажу. Расслабь. Угу. Вот так чуть-чуть. Вот. Сильно не надо. Угу. Давай, делай вдох. Поднимай наверх. Во, отлично. Держим. 1, 2, 3. 4, 5, 6 и 7. Выдох. Расслабляем. Мне не помогать. Угу. С этой стороны будем делать то же самое. Давай. Делай глубокий вдох. Поднимай наверх. Но тут послабее будет. Расслабь. Давай. Поднимай. О, отлично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выдох. Расслабь. Давай еще вдох. Поднимай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выдох. И еще разочек с этой стороны вдох. Поднимай. Уже сильнее. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7. Выдох. Катя.
Как дела? Отлично. Готово. Ну, очень интересно получился у нас сеанс. Все захватили. И мануалки чуть-чуть, и разные техники массажей. У вас, кстати, да, такая хорошая техника. Разноплановая. Так что спасибо, было интересно. Спасибо за внимание.